сейчас. Можно. На данный момент мы вызвали, набрали 102 киевскую милицию, вызвали сюда следователей милиции для выяснения обстоятельств происходящего на сегодняшний день в Васильковском районе, потому что хозяин этой компании, которая занимается нелегальной добычей песка, утверждает то, что милиция и прокуратура делают ему крышу, после чего он отказался предоставлять какие-либо документы, которые бы давали ему право добивать этот песок в данном месте. Вот. Сейчас происходит, как вы видите, милиция, это следователи Васильковского района, приехали, описывают технику, берут пояснения, в том числе и с нас, что мы видели, как мы реагировали на эту ситуацию. Ну а дальше будем видеть, как отреагирует на это местная районная милиция. Вот, в принципе, все. Есть какие-то вопросы по происходящему? Задавайте. Так, ну а машина, это есть информация, что она не первый раз здесь уже присутствует. Что вы скажете по этому поводу? Ну, во-первых, когда мы ехали сюда, вы видели, что машины шли из песка. По приезду сюда мы видели, что машина загрузилась. По тому времени нахождения, пока мы здесь находились, приехала очередная машина. На кузове у нее присутствует песок после разгрузки. Он приехал повторно, видимо, загружаться. После того, когда мы вызвали милицию, вот, остановили все движение, остальные прекратили сюда подъезжать. На сегодняшний момент, сейчас, в данный момент, с базы, которая находится отсюда буквально в километре полтора, происходит усиленная вывозка техники. Мы сейчас подъедем туда, и вы все заснимете. А вот, кстати, доблестная наша ГАИ приехала. Тоже можете заснять. Которая отказывалась тоже ехать и сопровождать нас.